Мадейра в огне, на португальском острове не утихают лесные пожары. Уже даже знаменитый футболист Криштиану Роналдо подключился. Он же родом оттуда. Нападающий мадридского Реала пообещал помочь пострадавшим. Огонь уже спалил часть столицы острова. На борьбу с пожарами бросили все силы. Туда, кстати, прилетел сам португальский премьер. Захотел лично оценить масштаб катастрофы и проконтролировать работу. Власти признались, у них нет даже времени и ресурсов, чтобы посчитать, сколько домов разрушило пламя. И конца, и края этому настоящему аду не видно. Ну и в соседней Испании тоже полыхает. Не так сильно, как на Мадейре, конечно, но все же. В Галисии даже местные жители пытаются тушить, вооружившись ведерками и пожарными кранами своих домов. Ситуация не критична, но легко может перерасти в таковую. Огонь уже уничтожил больше 1000 гектаров леса в регионе. Местные власти заявляют, что контролируют обстановку. Местных предупредили, они буквально сидят на чемоданах в ожидании эвакуации.